Он говорит, убегай, ну тебя нафиг, ты что, дурак совсем? Ты что делаешь, говорит, человечишка? Что видел ты, не видел рай, богатство изломанье. Может, все-таки вылезешь? Чудовище. Папа крысов забыл, да. О, прям, ну, поэтично. Она и он. Прогрыз ей танзур на башке. Вылезайте. Вы всю ночь у меня тут сидели. Ну, вылезайте. Ну, старые дурынды. Дуринды. Ты иди вот туда. Ну, ползи, я не знаю, что-нибудь делай. Вот туда. Все, пошел. Крыса, пошел. Какашков меня там накидали, он всю кровать засрали. Он типа спрятался, да? Вот эта вот пузатая толстая крыса спрятался. Так, нет, только не падает. А, мы не хотим. То есть вообще совсем, мы туда бежать. Мы прятаться. Мы говорит, нет. Ну что значит нет? В общем, я их забыл. Выходи. Петя, выходи. Выходи, ругаться буду. Пойдем ругаться будем. Пойдем. Вот. Петю положил на кровать. Собственно, я их забыл сегодня на выгуле. И ночью забыл, и на работу уехал забыл. Вот. Они, походу, тут прижились. Слышь ты, лепешка. Это крыса. Петюнь, стой. Ну подожди, потом кусаться будем. В общем, это крыса, которая съела жабу. У него вот здесь вот крыса, а вот здесь жаба. Жаба-крыс. Как он ходит, я не знаю. Серьезно. Серьезно, да. Серьезно. Не забывайте крыс на выгуле, а то они привыкнут так гулять, а потом не захотят уходить. В общем, надо сажать в клеточку, сколько там они гуляли. Сколько там гулять надо? 4 часа? 3? 2? Ага. 24. 36. Дофига, короче. Чё-то пролетело. Пуль прилетела. Вот ласка прилетела и ага. Да, и загукала. Ну, Петь, ну мне срочно нужно показать, как крыса кусается. Ну, давай, пойдем. Нет, не пущу туда, давай. Ты же у меня злобный, ты же у меня кусался, говорят, да? Когда-то. Я, правда, не помню, когда. Давай, кусаться будем, давай кусаться. Давай. Нет, мы, говорит, убегаем, ну тебя нафиг, ты что, дурак совсем? Ты что делаешь, говорит, человечишка? Какой кусаться? Петя, давай жрать папу. Ну, давай, кровь кишки из раз это самое. Не будешь? Тебе опять глаз капать? Не, нюхать будем. Вот такая кусачая крыса. Говорит, вообще не буду. Не хочу и все. Все. Не хочу. Потому что не хочу. Очень страшно, когда он начинает пучить глаза. Это просто ужасная картина. Снимать не буду, серьезно, это кошмар. Петечка, солнце мое. Да. Вот и все. Иди какашки собирай. Свои. Не будет. Ну ладно.